Убийца оставил нас с носом. Нет, правда. Он похитил Трис Меригольд. Казалось, не удовольствовавшись жизнью Фольтеста, убийца забрал и его бывшую советницу. Недолго думая, я ступил на палубу баржи и, прихватив с собою Геральта, отправился вглубь долины Понтера. По словам эльфов, именно там, под знаменами Вергена, собиралась вольница, чтобы сражаться с кейдвенскими захватчиками. К моему отряду в этом путешествии присоединились весьма примечательные личности. Признаюсь, что соседство с мерзавцами и убийцами из отряда Скаэтаэли само по себе довольно отвратительно. Но помощь Йорвита и его овеянной дурной славой компании все же могла оказаться весьма пользительной. Помощь пользительной, не складно. Словом, полезной. Привет тебе, Хенсельд. Вижу, ты чувствуешь себя в Айдирне как дома. Но я не припомню, чтобы высылал тебе приглашение. Фелард все сделал за тебя. Это он меня пригласил. И я не нарушал мирного соглашения. Пока. Ах, вот как. Сударь Броган, будьте любезны проводить графа Фелларда в уединенное место и там его обезглавить. Куда ты лезешь, щенок? Ты еще не король. Твой отец был. Моего отца нет в живых. И еще не миновал траур по нему, как ты предал его страну. Ваше Величество, я прошу дать мне охрану. Этот молодой человек безумен. Взять его. Ваше Величество, как же наш договор? Ты мне больше не нужен, Фелард. Есть еще вопросы? Отлично. В таком случае перейдем к делу. Хорошо сказано. Карты на стол. Со мной в лагере больше 200 вооруженных людей. Этого хватит, чтобы удерживать переправу несколько часов. А за рекой ждут 5000 закаленных в сражениях молодцов. Если попробуешь штурмовать Верген, у тебя будет 5000 мертвых молодцов. Хорошенько подумай, сынок. Это всего лишь кусок земли. Отдай его, и ты сохранишь корону. Если выйдешь на бой, я раздавлю тебя без жалости. Отдай мне маркграфство, Нижнюю Мархию, и возвращайся в Венгерберг. Знаешь, почему в Нижней Мархии нет маркграфов? Потому что нет такого маркграфства. Это Верхняя Айдирн, моя отчизна, моя земля, мои подданные. Берегись! Ты еще волчонок, а уже ворчишь на медведя. Я не дам себя запугать, Хенсельд. Возможно. А может быть, это только театр? Может, ты строишь из себя удалого молодца, а в глубине души помираешь со страху? Может, стоит принажать? Шило в мешке не утаишь. Испытай меня. Меня утомляет этот разговор. Мое преимущество над тобой слишком очевидно, и громкие слова ничего не изменят. Мы оба знаем, что я не уйду отсюда с пустыми руками. Скажи, что ты предлагаешь. Отведи свои войска за Понтер и раз и навсегда откажись от притязаний на Верхний Айдирн. Ой-ой-ой! Ты, видно, не понял вопроса. Что я с этого буду иметь? Мир. Издеваешься? Думаешь, это детские забавы? Только что ты развязал войну, говнюк! Я не стану выслушивать угрозы. Мы встретились для переговоров. Заткни глотку и бери меч! Саския! Я готова. Приглашаю на танец, король. Остановитесь! Во имя Гревы, Фреи и Беретели! Ah!
Клянусь сиськами великой матери! Геральт из Ривии! Вдобавок в отменной кампании! Ярпин Зигрин! Сколько лет, старая куепутала! Рад тебя видеть в добром здравии! Геральт, ну чего уставился? Будто духа увидал! Не обнимешь старого товарища? У Геральта плохо с головой. Ха! Так он и вправду зарубил Фольтеста? Мне только лучше. Фольтест был сукой себе на уме. Этот и Геральт молодец. Не в этом дело. Он потерял память. И я не убивал Фольтеста. Да какая разница? Ну кто-нибудь другой его прихлопнул. У нас теперь беда поважнее. Где Саския? А этот мясник что тут делает? Я привел 100 лучников, лучших на свете. Мы хотим помочь вашему делу. Тогда придется обождать. Потому как Саския и принц Пеннис... Тьфу ты, Стеннис! Пошли переговариваться с Хенсельтом. А мы с ребятами тут стоим. Ну, мало ли что. Солнце погасло. Зовите магичку! Идем, Геральт. Ненавижу летать в тумане. Саския, ты цела? Да, это так, царапина. Вы с ведьмаком спасли нас. Я здесь для того, чтобы охранять тебя. А ты, ведьмак? Я ищу убийцу королей. Он похитил Трис Меригольд. А что ты делаешь здесь? Это допрос? Тебя разыскивают в Тимерии, Каэдвене и Редании. А я отвечаю за безопасность Саскии. Хватит, Филиппа. Ты сама говорила, что он невиновен. Саския, народец-то волнуется. Сперва солнце погасло, потом белки. Теперь это мгла. Для них уже слишком. Верно. Собирай всех командиров в зал совета. Йорвит, дай мне немного времени. Я подготовлю их к твоему появлению. Ведьмак, Филиппа, вы должны присутствовать. Я хочу услышать, чего нам ждать от этой аномалии и как от нее избавиться. Выше головы. Не сомневаюсь, что славный Белый Волк и столь же славная Филиппа Эльхард справятся с парой сотен бешеных духов. Я хочу видеть всех командиров в зале совета. Ведьмак, Филиппа, вас это тоже касается.
Сесиль, пока мы не закончим совет, ворота должны оставаться закрытыми. Отвечаешь за это собственной бородой. Добро пожаловать в Верген, ведьмак. Я Сесиль Бурдон, староста. Геральт из Ривии. У нас есть свободная комната в трактире. Ничего особенного, но, по крайней мере, крыша над головой и кормят солидно. Спасибо. Скален, покажи мастеру Геральту его квартиру. А на обратном пути зайди в покои преподобного Альшана и расскажи там всем, что с ним стряслось. Значит, пал смертью храбрых в бою с агрессором. И все такое. Вот именно. Видишь, мастер Геральт, молодой, а башковитый, выйдет из него краснолюд. Вы пропустили неплохую драку. Можно было убить самого короля. Дело дошло до поединка. Принц был ранен. Вы видели магическую мглу, которая опустилась над полем битвы? Для всех, кто еще сомневается, сразу скажу, что это не обычный туман и не ярмарочные фокусы. Скорее всего, мы имеем дело с проклятием крови. Могущественным и очень древним заклятием. Мы не знаем пока, кто его наложил и почему. На сегодня у меня есть одна хорошая новость и несколько плохих. Хорошая новость в том, что Хенсельт и его армия на некоторое время задержаны мглой. А плохие? Облако призрачной мглы будет расти и сможет даже поглотить Верген. Кроме того, из него могут выходить призраки. Может, управимся с ними народными средствами? Топором по башке? Теоретически это возможно, но я бы советовал запастись посеребрённым оружием. Кроме того, духи, вероятно, слабеют, удаляясь от мглы. Можно их изгнать как-нибудь? Обряд там провести? Этим займемся я и ведьмак Геральт из Ривии. Убийца короля? Который, вопреки досужим сплетням, короля не убивал. Да, конечно, нет! Он и мухи не обидит. Посмотрите в эти глаза. Сразу видно, какая у него тонкая душа. Мало кто разбирается в проклятиях лучше него. Я не собираюсь объяснять вам суть этого явления, но скажу вам несколько простых вещей. Ну вот, начинается. Никому нельзя приближаться к призрачной мгле. Это смертельно опасно. Кроме того, нам придется ознакомиться с историей битвы. И здесь я особенно рассчитываю на помощь уважаемого Сесиля Бурдона. Я к вашим услугам. Благодарю. Чтобы снять проклятие, нам потребуются символы войны. Предметы, которые принадлежали павшим в битве. Тьфу ты! Железяк с тех пор валяется больше, чем у Сесиля Бурдона в шее в бороде. Я так думаю, против проклятия лучше всего... Думать предоставь мне, почтенный Зигрин. А сам лучше помолчи. Все предметы должны быть магически активны и связаны с душами павших. Это все. Если еще кто-то не понял, все должны помогать Филиппе и ведьмаку. Что ты там бурчишь, Ярпин? Что-то у меня в горле свербит. Выпей вина. А теперь займемся более приятными делами. Ярпин, сколько у нас людей? Саския, ты хорошо знаешь... Сколько? Краснолюдов под 200. Но мы не числом берем. Крестьян будет с 1500. Ну, по правде говоря, тяжко их сосчитать. Господа... 53 рыцаря и 200 кольчужных воинов. Мало. У Хенсельта 5000 солдат. Это значит, пятеро на одного. Что вы об этом думаете? Нас мало, их много. Но у нас есть стены. Низкие, правда. Но если бы у нас были лучники, то кто знает. А, сюда бы полк тяжелых лирийских лучников. У нас есть кое-что получше. Эльфы Йорвита. Скаэтаэли. Господа, Йорвит. Чего ты тут ищешь, душегуб? 100 лучших луков севера ждут твоих приказов, убийца драконов. Хотели лучников, так вот они. Брататься с эльфами мне не по вкусу.
Только вот в драке любая палка пригодится, даже если она в говне измазана. В моей дружине достаточно людей, у которых он сжег деревни. Свободные крестьяне — это одно, а преступник, которого разыскивают во всех королевствах, совсем другое. В этот раз ты перестаралась. Саске, скажи, и мы сразу уйдем. Послушайте, Йорвид пришел, чтобы сражаться за меня. Я доверяю ему и знаю, что он нас не предаст. Точно так же, как каждый из вас. Откуда вам, барышня, это знать? Это шельф. У него измена в крови. Он сражается с людьми испокон веков. Но впервые за несколько десятков лет его борьба обрела смысл. Скаэтаэли не знали мира. Они умирали за Нильфгаард, за Долину Цветов напрасно. Они были преданы и обмануты. Теперь у них есть цель. Долина Понтера может стать первым государством, в котором люди, выходя за городские стены, смогут не бояться эльфских стрел, а эльфам и краснолюдам не придется жить в резервациях. Но сперва нам нужно выиграть битву. Вы знаете, кто идет на нас войну. Это превосходная армия, испытанная в боях, обученная умелыми командирами. Их не получится ни напугать, ни победить. Мы должны их уничтожить. Всех до единого. Поэтому я хочу, чтобы Йорвид сел с нами за этим столом. Я хочу, чтобы он убивал за нас каэдвенцев. И я уверяю вас, он будет делать это с улыбкой. Слово за вами. Если мне доведется увидеть улыбку на этой тощей роже, я согласен. Пусть Йорвид остается. Пес его дери. Отец мой в гробу перевернется. Ну что поделать, надо так надо. Я за. Я против. Ты убил моих людей, эльф. Помнишь? Если бы я их не убил, убили бы меня. Будь по-вашему. Во имя лучших времен и на погибель каэдвенцам. Я за. Смерть ублюдкам! Да здравствует Саския! Это яд. Она умирает. Отнесите ее в безопасное место и охраняйте, как зеницу ока. Я возьму все необходимое и займусь ей. Мои лучшие воины станут на страже. Быстро, мужики! Давайте носилки! Она перестала колдовать. Что с Саской? Она жива? Да. Я замедлила ее жизненные функции. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Что мы можем сделать? Для лечения потребуются травы, магия и кровь. Могу предположить, что кровь необычная? Именно так. Я имею в виду кровь королей. Вот где пригодился бы Лето. Что за травы? Мне нужна подземная разновидность пурпурной наперстянки. Ее еще зовут краснолюдским бессмертником. И эльфская роза памяти. У Трис тоже была роза памяти. Она уверяла, что это крайне редкое растение. В давние времена Айн Сейтхе, которым удавалось вырастить розы памяти, пользовались большим уважением. Времена изменились. Эльфы тоже. В окрестностях Вергена никаких эльфских садов нет. Придется возвращаться во Флотзам. Роза памяти из Флотзама есть у Трис. Осталось ее найти. Где взять этот бессмертник? Он растет глубоко под землей. Но с ним сложностей не будет. В Вергене есть шахта. Чем он поможет Саске? Маченик вызывает сильные повреждения тканей, а бессмертник ускоряет регенерацию. Ближайший король находится за призрачной мглой. Ты меня неправильно понял. Нам не нужен правящий монарх. Важен генотип. То, что называется голубая кровь. Короли происходят из древних родов.
Чтобы выжить, властители должны были отличаться необычайным здоровьем и силой. Приток чужой крови в королевских родах всегда был невелик, а потому мощь их генов все еще сильна. Я применю генную терапию и научу организм Саски, как избавиться от яда. Ты велишь ей пить человеческую кровь? Я введу кровь ей прямо в сердце. Что еще нужно для операции? Таумотор обладает способностью к саморазмножению. Вторжение в среду зараженных клеток запускает цепную реакцию. На месте уничтоженной клетки появляется 10 новых. Чтобы прервать этот процесс, мне потребуется нечеловеческая сила. Лучше всего подошли бы гении воды или воздуха. Или одно из 12 легендарных колец Всевластия. И одно, чтоб лишить их воли и соединить навек в их земной юдоли. А мне потом босиком по вулкану бегать, ясное дело. Ладно, ладно. Забыли о кольцах. Мне потребуется большая доза силы, неважно откуда. Найдите что-нибудь. Бессмертник, роза памяти, королевская кровь и магия. Звучит как в сказке. В скверной сказке. Не хватает только поцелуя принца. Для меня главное, чтобы все хорошо закончилось. Как в скверных сказках. Я могу рассчитывать на твою помощь, Геральт? Можешь. Что с битвой призраков? Сначала я укреплю заклятия, которые поддерживают жизнь Саски. Потом займемся духами. В принципе, ты мог бы сам заняться призрачной мглой. Поговори с местными о битве. Может, разузнаешь что-нибудь полезное? Я попытаюсь найти отравителя. Садись, Геральт! Вы еще не успели выпить за твои подвиги во мгле! Ой, прости, что это я? Шелдон Скагс, ветеран битв под Содданом и Бренной. И всех трактиров по дороге к ним. Старосту Вергена ты уже знаешь. Приветствую. Уважаемый, не знаю, как у вас, а у меня от этих приветствий в горле пересохло. Интересно, ты же еще рта не открывал. Мастер Лютик дело говорит. Давайте еще по одной каждому. Я бы выпил, но сейчас каждая минута на вес золота. Саскию отравили. Мы можем тебе помочь? Может, вы слышали о растении, которое называют краснолюдским бессмертником? Мы? Слышали? А что, у свиней тесные жопы? Честно, я не проверял, Скакс. Это ж загадка такая. Вечно ты как ляпнешь. Так вот, этот бессмертник, ведьмак, растет вблизи залежи антрацита и алюмосиликата. Он нужен Филиппе, чтобы вылечить Саски. Это редкая штука, но в городе есть шахта. И кто знает, может, найдется там где-нибудь этот бессмертник. Далеко до этой шахты? Нет, что ты, она в верхней части Вергена. Я вижу, вы уже раздухарились, а ведьмаку никто и словом не сказал, что шахта закрыта. Закрыта, верно. Но как раз пора с ней разобраться, от всякого подземного говна почистить. Вы о чем? С месяц тому назад стали горняки пропадать. Чудища какие-то внизу завелись. Куда бы заслать крепких ребят? Только Саске решила, что ей все солдаты нужны здесь, наверху. Вот и пришлось закрыть ствол, чтобы эта пакость по деревне не расползлась. Выходит, Геральт, мы вовремя прибыли. Очень вовремя. Идем. Так точно! В такой компании нам ни одно чудище не страшно. Что скажешь, Шелдон? Идешь с нами или остаешься попки мять? Попка не волк, в лес не убежит. От трупоедов пошугать нечасто удается. Встретимся у входа в шахту. Как? Ведьмак здесь. Можно начинать? За работу, бородачи. Отворяй ствол, Скакс. Если перебьете этих чудищ, вам весь Верген благодарен будет. Да и награда кое-какая найдется. Мы это запомним, Сесиль. Ну что там, Шелдон? Открыл шахту-то? Сейчас, сейчас. Нельзя же так с кондачка. Шахта, она как баба. С ней надо деликатно, чтоб приняла тебе горячий и влажный. Ох, Шелдон, ну ты скажешь.
и прибрались. Спасибо за помощь, Золтан. Да на здоровье! Забава была, что надо! Хватит языками молоть, надо выпить водки. А я сперва проверю, как там мои перепихушки. Ты сильно не расходись, чтобы на водку сил хватило. Я слушаю, ведьмак. Что это за девушка? Цинтия. Чародейка на поводке. Отличное определение. Значит, вы и ошейники используете? Поводок — это связь между чародеем и его помощником. Да, название немного странное, зато довольно точное. Цинтия пользуется моей силой, моими заклинаниями. Она передает мне энергию, а заодно учится. Довольно удобно. В этом нет ничего унизительного, кроме названия. Но ведь ты пришел сюда не для того, чтобы поговорить о Цинтии. На совете ты сказала, чтобы снять заклятие, нужны артефакты. Да, я не могу их сейчас искать. Я сам этим займусь. Почему? Есть причины. Объясни мне только пару вещей. Ты заметила, что не все духи были агрессивны? Да. Большинство исчезает после контакта с аурой живого человека. Я думаю, сила проклятия постепенно завладевает душами павших и превращает их в драугиров. Это специальное ведьмачье название призраков. Демонов. Драугиры – демоны войны. Они возникают на местах особенно кровавых сражений. Это концентрированная жажда убийства и ненависти. Их можно уничтожить обычными средствами. Для драугиров достаточно серебряного меча. Но покуда действует проклятие, будут появляться все новые. Души солдат — это ключ, зацепка. Если бы удалось изменить ход битвы... Для этого и нужны символы войны, которые принадлежали павшим в битве. Ненависть, смерть... Отвага и вера. Все предметы должны быть магически активны и связаны с павшими в битве. Иначе их души не притянешь. Хорошо. Попробую их найти. Найди хотя бы два. Символы ненависти и смерти. С остальными я разберусь. Я предпочел бы отвагу и веру. Не будь занудой. Я посмотрю, что смогу сделать. Кажется, Сесиль знает все обо всех в окрестностях Вергена. Ты разбираешься в проклятиях крови? А ты? Мы имеем дело с проклятием крови четвертой степени, называемым также проклятием архимагистры. Продолжай, продолжай. Ты меня удивляешь. Проблема в том, что до сих пор я думал, что это сказка, что такое проклятие наложить невозможно. Это не так. Существует 6 подтвержденных случаев наложения этого проклятия. А есть подтвержденные случаи, когда его снимали? Всего один. Это сделала группа магов под руководством архимагистра Францески Финдабаир. Собственно, отсюда второе название проклятия. В состав этой группы, среди прочих, входила Сабрина Глевисик. Как тесен мир. Это еще не все. Проклятие, с которым боролись Франциска и Сабрина, должно было оборвать жизнь представителей династии Тисенидов, владык Ковера. Его наложил Родолек Пурпурный. Абсолютно безумный, но очень способный маг. Там тоже были и затмения, и призраки. Я понял. Сабрина просто использовала заклятие этого Родолега. Вот именно. Опыт Францески и остальных нам хоть что-нибудь дает? Благодаря им я знаю о символах и о том, как именно действует проклятие. Может, и мне расскажешь? В конце концов, это мне придется рисковать головой. Ты должен будешь пережить битву, а в определенный момент изменить ее ход. Не знаю точно, что тогда случится. Никто не знает. Ясно.
Пойду искать артефакты. Что здесь случилось 3 года назад? Хенсельд вторгся в Эйдирн. Да только зубы обломал. Победителей не было. Конфликт Сабрины Глевисик с главнокомандующим сил Каэдвена привел к разгрому обеих армий. Огненные шары превратили поле битвы в пылающий могильник. Хенсельд обвинил Сабрину в применении запрещенного оружия. И Сабрина прокляла Хенсельда? Можно и так сказать. Подозреваю, что проклятие вышло из-под ее контроля ввиду обстоятельств. Обстоятельств? Звезды не так стали. Луна зашла за тучку. Всегда найдется отговорка для халтуры. Она наложила проклятие, когда ее собирались сжечь на костре. Ее руки и ноги были прибиты к колесу от телеги. Но у нее и так неплохо получилось. Я ищу Трис. Лето заставило ее телепортироваться в окрестности Вергена. Лето? Убийца Фольтеста. И, возможно, Димовенда. Ты поможешь мне его найти? Разумеется. Мы, чародейки, должны держаться вместе. У нас слишком много врагов. Трис связывалась с тобой из Флотзема по мегаскопу Шиалы де Тансервиль. И с тех пор я о ней ничего не слышала. Ты можешь засечь ее с помощью мегаскопа? Мегаскоп реагирует на ауру человека. Будь у меня что-то из ее вещей, я могла бы ее поискать. Вы были с ней близки. Может, у тебя есть ее вещи? У меня нет ничего такого. Один местный забулдыга рассказывал, что встречал рыжую женщину, которая появилась так внезапно, словно упала с неба. Вдруг это наведет тебя на след? На свете много рыжих женщин. Может, это пьяные бредни. Но я не исключаю, что нестабильный телепорт выбросил Трис рядом с городом. Если никаких следов больше нет, я поговорю с пьянчугой. Ты знаешь его? Я не вожу знакомств с забулдыгами. Но не сомневаюсь, что ты найдешь его в трактире. Спасибо. Возвращайся, если узнаешь что-то новое. Говорят, ты тут чудеса видал? Вот как тебя сейчас вижу. Смотрю я как-то раз на небо. А нет, за такую историю ты мне выпивку должен. Да заткнешься ты, наконец. Мы эту байду наизусть знаем. Я клиент. Буду говорить, что хочу. Налей мне двойного махакамского, досмотри, чтобы без обмана. Благородный путешественник заплатит. Я заплачу, но если история мне наскучит, я тебе это махакамское в гузно залью. Так, мировая выпивка. Жаль, только гузно вкуса не различает. Но ты не пожалеешь, точно тебе говорю. Рассказывай. На той неделе прохожу я по ущелью. Люблю я, знаешь, иногда пройтись. Короче. Ну, вот, значит, иду я себе вдруг как жахнет. Я думаю, гроза идет, но на небе не тучки. Ха, это ты жопой о землю треснулся. Вот у тебя в глазах и сверкнуло. Да чего нажрался? Гляжу, а в ущелье люди лежат. Совсем как с неба свалились. Мужик и баба. Баба красивая была. Я даже пожалел, что она на меня не грохнулась. Как выглядела женщина? Рыжая. Волосы собранные в курточке, сапоги высокие, сиськи ядреные, попка круглая, только хватай и уак. О, один в один твоя старуха. Заткнись. Что было дальше? Ну так вот, баба побилась, а встать не смогла. А этому она, видно, не нравилась, потому как он ей даже не помог, встал над ней. Сказал там что-то. Страшенный был такой, а потом пошел, как ни в чем не бывало. Ха, сиськи-то он у нее разглядел. А вот чтоб помочь, это ни-ни. Я хотел. Почти подошел к ней, как вдруг из ущелья вылазит тролль. Страшный, как говно после ягод.
Он напал на нее? Где там? Я спрятался и все видел. Сперва он ее обнюхал. Я-то думал, сожрет, а он нет. Взвалил ее на плечо, как мешок, и потопал в ущелье. Это все? Да. Сам видишь, денег зря не потратил. Эти останки еще свежие, как будто кто-то принес их сюда совсем недавно. Одежда разорвана во многих местах. Тут следы серы. Интересно. Голова сохранилась лучше, чем остальное тело. Круги под глазами, как у больных анемией. Несколько аккуратных укусов на шее. Он все еще сжимает в ладони несколько длинных волосков. Предплечья сильно изрезаны, как будто он пытался заслоняться от ударов. Что-то застряло в кости. Без специальных инструментов тут не разберешься. Следы ногтей на спине. Перед смертью он неплохо поразвлекся. Что это за книжка? И тело твое задышало лаской моего прикосновения. Узнаю перо маэстро Лютика. Тяжелые рваные раны. Похоже, атаковавший был в бешенстве. Он был молодым мужчиной, как и все остальные. Все указывает на суккуба. О, Геральт, как хорошо, что ты пришел. Какая рифма, к слову, о чуде? Я не поэт. Я знаю, но иногда у тебя бывают неплохие мысли. Люди. Отлично! Пишешь поэму для своей новой музы? Лучше. Сочиняю гимн Вергина. Прочитать тебе первую версию? Нет. Ну, слушай. Пусть встанут те, кто равенству верны. Пускай по ветру вьется наше знамя. Пусть те, кто о свободе видел сны, сегодня будут биться рядом с нами. Мы выйдем победить или умереть. Так будь и ты свободным нашим братом. В твоих руках свобода или смерть. Ты Вергина стал вольного солдатом. Плечом к плечу, нелегкий этот путь. Пройдем бок о бок, кто мечтал о чуде. Чтоб свежий воздух равенство вдохнуть. Все вместе, краснолюды! Эльфы, люди. Ну как, тебе понравилось? Рифма есть. Ну ладно, тогда лучше скажи, что ты разнюхал. Я нашел книжечку с твоими стихами. Моя любовная лирика. Какой-то мерзавец украл мои стихи. Наверное, собрался щегольнуть перед какой-нибудь резвой селянкой. Ой, мне без этих стихов как в борделе без яиц. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Или нет? Знаю. Пойдем выпьем водки. Я угощаю. У меня есть идея получше. Пиво? Можно и пиво. Мне-то все равно. Сделай мне одолжение. Проси, чего хочешь. Я бы тебе все отдал. Даже невинность. Если бы она у меня была. Твоя невинность меня не интересует. Только не говори, что тебе снова надо писать стихи для полуденницы. Хуже. Умоляю, Геральт, не впутывай меня в свои мутные истории с чудищами. Я поэт, а не... Именно поэтому я и хочу, чтобы ты выманил суккуба. Ты рехнулся? Ты что, хочешь, чтобы у меня баба с копытами насмерть заездила? С другой стороны, все мы когда-нибудь умрем. Жди меня, как стемнеет около сожженной деревни. Мы идем? Не могу дождаться свидания с нашей чудовищной красоткой. Ее красота уже убила десятка-полтора мужчин. И ты говоришь об этом только сейчас? Как говорит мой друг Лютик, все мы когда-нибудь умрем. Я не спущу с тебя глаз. Она тоже. Главное, она не должна тебя поцеловать. Обычно я не отказываю женщинам в проявлении чувств, но сейчас придется. За дело. Да, с чего бы тут начать? Если бы тела в песню лечь могли бы,
То спросило б сердце белые ладони, захотят владеть им, коль мне грудь откроешь. Кто ты, красавец? Поэт, госпожа. Я пришел сюда, чтобы воспеть твою неземную красоту, если только ты окажешь мне честь и предстанешь перед моими очами. О, да. Я предстану во всем великолепии. И не только перед очами. Я дарую радость всем твоим чувствам. Тебя ждет самое яркое свидание всей твоей жизни, милый поэт. Надо сходить за Геральтом. С другой стороны, я никогда еще не трахал суккуба. Мне так не хватает ласки. Обожаю, когда влюбленные слагают стихи в честь моей красоты. Но никогда прежде мне не читал стихов настоящий поэт. Этот кретин все-таки туда полез. Я сам втравил этого идиота в историю. Надо его оттуда вынимать. Не помню, чтобы я тебя сюда приглашала, Геральт из Ривии. Отпусти Лютика. А ты к нам не присоединишься? С ним ничего не случилось. Даже наоборот, он совершенно счастлив. Как остальные, кого ты убила? Я никого не убивала. Те, кто пришел, познали неземное наслаждение. Ты пожираешь их энергию, как свинья картофель. Мне нужны их жизненные силы, но не трупы. Что ты сделаешь с Лютиком? В знак того, что мои намерения чисты, я отпущу его, как только он проснется. Если не ты, то кто убивает молодых мужчин? Я могу соблазнить любого. Мои чары действуют на мужчин до тех пор, пока я сама этого хочу. К сожалению, один глупец влюбился в меня до безумия. Он не может принять мою суть и убивает моих любовников. И кто этот влюбленный? Это милый эльф по имени Элиас. Именно он попросил меня расследовать убийство. Таким образом, он отводит от себя подозрения. Но, по счастью, ты не глуп. Поэтому мне кажется, что теперь ты сама отводишь от себя подозрения. Он показал тебе тела. Он сказал, что всех похоронили. Его руками. Но сперва он изувечил их так, что казалось, что их убило чудовище. Хорошо, что ты этим занялся. Я хочу, чтобы ты довел все до конца. Зачем мне тебе помогать? Я хочу, чтобы мужчины знали, что я дарю им удовольствие в обмен на их энергию. Но я не отбираю жизни. Я и тебе могу дать кое-что получше, Аренов. Я поговорю с ним и вернусь. Надеюсь, мы продолжим наше знакомство. Я нашел суккуба. Ты убил ее? Она заявляет, что убийца это ты. Ты должен был убить монстра, а не вести с ним задушевные беседы. Я знаю, что мне делать. Если ты ей поверил, то, наверное, не знаешь. Ты обманул меня. Ты знал, что в сожженной деревне живет суккуб? Знал. Но я боялся, что если открою тебе все, ты не захочешь мне помогать. Ты был прав. Я не помогаю убийцам. Что ты несешь? Я никого не убивал! Лжешь. Ты влюбился в нее и убивал своих соперников. Суккубы не самые верные любовницы. Я люблю ее, это так. Но все остальное вздор. Если бы я убил суккуба, мужчины перестали бы пропадать, а ты бы вышел из истории чистым. Ты ничего не понимаешь. Она вертела мной так же, как сейчас тобой. Я сообщу обо всем Йорвиту. Тебя повесят как убийцу. Ты с ума сошел? Я не виновен. Железная заноза. Интересно. Привет тебе. Твой Скаэтаэль Элиас убивает людей из Вергена. Элиас – один из лучших моих бойцов. У тебя есть доказательства? В теле жертвы остался вот этот обломок лезвия. Сравни его с оружием Элиаса. Я проверю. Элиас, должно быть, прознал, что его раскрыли.
Он бежал из города. Хорошо, что ты прекратил муки этого глупца. Тебя ожидает роскошная награда. Сбрось одежду и расслабься. Спасибо, я воздержусь. Просто дай мне мою награду. Какая жалость. Что же, будь по-твоему. В сундуке рядом с кроватью я оставила для тебя маленький сувенир, чтобы ты никогда не забывал. Прощай, ведьмак.